Будьте осторожны, на Пироговской открылись врата в преисподнюю. Приветствую всех на моем канале «Одесса, 19 апреля». А на Ильфа и Петрова просто потоп, машины плывут. Вчера так тепло было, так солнечно. А сегодня вот такая не очень приятная погода. Можете сами посмотреть. Передают, что будет и завтра такая погода, и послезавтра. Я желаю всем хорошего вечера. Берегите себя.